Образовательный форум «Медиа-Олимп» стартовал в столице Верхневолжья. Молодые блогеры, журналисты собрались на площадке бизнес-центра «Тверь» на Смоленском, 29. Участников ждали мастер-классы и практические задания. Подробности в нашем следующем сюжете. Тверь уже второй раз принимает участников Всероссийского форума. Покорить медиа-олимп съехались ребята из разных частей нашей страны. Всего более 120 человек. Не обошли стороной образовательную площадку и студенты тверских вузов. Я пришла на этот форум, потому что все-таки хочется больше просвещаться и узнавать знания не только в университете, но и на таких форумах. К тому же нередко приезжают в наш город именно такие большие масштабные форумы. На форум приехали те ребята, кто уже имеет опыт в медиасфере. Однако они продолжают улучшать свои навыки и хотят получить больше знаний и умений. Писала для новостных различных сайтов и телеканалов. Потом уже начала себя практиковать в ведении авторской программы. На мастер-классах получу новые какие-то знания. И очень хорошо, что мы в практике их применим здесь же и получим уже какой-то фидбэк от мастеров-журналистов. Для участников образовательной площадки мастер-классы подготовили ведущие журналисты федеральных каналов. Ребятам расскажут, как работать перед камерой, создавать видеоконтент и получать ответ на любой вопрос при интервью, а также про ответственность перед аудиторией. Сегодня вы имеете такие возможности, которые мы не имели. Сегодня вы каждый можете делать контент и выкладывать его, правильно говорю. Но ответственность за этот контент должна быть у вас уже сегодня. Помимо всего, молодых журналистов ждут творческие задания, объединенные общей темой «Герои труда». Видеоролики победителей покажут в эфире нескольких телеканалов, в том числе на телеканале «Тверской проспект», а также на ресурсах студенческих СМИ и молодежных медиа.